И всем привет, вы на канале Крис Даймон, и сегодня я покажу вам такой новый пистолетик. Он, это не, уже не P2000, это... Сейчас покажу вам, что... Это... Только другой? Нет. Ну, во-первых, да, он чуть другой. Ну, перезарядка та же осталась. Ну, курок. Курок я еще добавил. Ну, в принципе, ничего. Но это необычный пистолет. Это необычный пистолет. Ну, вообще-то, это обычный пистолет, но это USPS. Блэт. Облом. Ну, так вот. Ну, еще как вы заметили, меня идет телефон. Нет, это не его. Так вот. Ну, у нас вот такие вот детали. Я сниму по нему туториал без всяких лайков. Вот прямо после этого видео сниму туториал. Вот честное слово. Мне просто очень хочется. Я его очень долго делал. Я его старался так. Вот. Так-то так. Он, конечно, ну, вот так вот работает. Ну, не стреляет он. Вот так вот приделаем ему глушитель. И получился USPS. Зарядим. И вот такой вот USPS-ик. Да. Вот такой вот крутой батька у меня получился. Да. Не, ну, прикольно, да, с таким бил. Пах-пах, пиф-пиф-пиф-пиф-паф. Если мы наберем 2 лайка, то тогда я сделаю что-нибудь новенькое. А без лайков я сделаю туториал по этому пистолетику. Да. Если хотите, чтобы я сделал что-нибудь новое, там, автомат какой-нибудь, или что-то типа того, поставьте лайк. Не ленитесь. Ну ладно, вы были на канале Крейзи Лаймон. Стоп. Еще поставьте, то есть, кликните на кнопку подписаться. Вы были на канале Крейзи Лаймон. Всем пока.